Привет всем нашим трейдерам! Наше сообщество живет полной жизнью. Наши трейдеры участвуют в различных конкурсах, делятся своими впечатлениями и общаются между собой. Ну а кто отличился на этой торговой неделе, вы узнаете через несколько секунд. Остался всего один месяц до лета, а это значит, пора активно готовиться к пляжному сезону. Мисс Дукаскопи объявляет о старте майского марафона. 2 мая мы просыпаемся в мире, где нет вредной пищи, сладостей мучного и алкоголя. Давайте поддержим друг друга и будем делиться своими достижениями. Ждем ваших постов, фото и видеоотчетов с хэштегом #MayMarathon. Все публикации с данным тегом будут появляться в одноименной вкладке «Марафон». Желаем всем дойти до финиша и достичь поставленных целей. Дорогие девушки, с этого месяца мы вводим некоторые изменения в начислении баллов популярности. Теперь за комментарии под вашими фотографиями и постами баллы не начисляются. Ваш рейтинг популярности будет определяться только за счет количества лайков и фанов. Определились победители нашего экстремального конкурса, и на первом месте Рапоса 2 из Польши. Он поделился с нами захватывающим видео, где он с друзьями летал на высоте 4000 метров. Посмотрите обязательно это видео на страничке нашего конкурса. Победитель получает 2500 долларов. Поздравляем! На втором месте Дашек из Белоруссии. Наша активная участница сообщества прыгнула с парашютом. Из-за храбрости она получает 2000 долларов. Она подробно описала свои впечатления в блоге конкурса экстремалов. Поздравьте ее в комментариях на страничке контеста. И Extreme Pilot в этом конкурсе заслуживает 3-е место и выигрывает приз в размере 1500 долларов. А чем именно он отличился, вы сможете посмотреть в нашем комьюнити. Делитесь своим экстремальным опытом со всем сообществом Дукаскопи и выигрывайте. Торговля может быть веселой и социальной только на dukascopy.com.